мы начинаем одно из самых торжественных мероприятий в жизни нашего университета. Это очередной, ну, как минимум 115-й или 116-й выпуск врачей, которые закончили первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Ну, я всегда об этом говорю, это действительно так. Около 30% тех, кто поступил вот с такими трудами в университет, не проходят дорогу. И они сходят с этого пути. Кто один раз, кто несколько, кто навсегда. Но те, кто сегодня здесь, в этом зале, они прошли эти пути. Сегодня для вас этот радостный день, вы должны понимать, то, конечно, вы добились этого благодаря своим личным качествам, но добились этого всей своей семьей. Поэтому у нас очень много ребят, у которых родители не смогли прийти сегодня на выпуск, потому что они живут в других городах. Но когда вы выйдете отсюда, я думаю, что те, у кого родители здесь, должны им сразу сказать спасибо. А те, у кого родители где-то, должны вот тут же позвонить и не только крикнуть «Ура!», но и сказать спасибо. Поэтому мы приступаем к церемонии выпуска наших выпускников, и я всех с этим поздравляю. Здоровым вы хорошо знаете. 5 или 6 лет вас учили этому. Ну, естественно, каждый день нужно начинать с зарядки. И если еще у вас вы не успели от каких-то вредных привычек избавиться, то быстро избавляйтесь. Как быть успешным в специальности? У вас есть все основания. Вы получили хорошую базовую подготовку. Поэтому нужно, конечно, совершенствовать навыки и обязательно все время учиться. На всю оставшуюся жизнь должен быть принцип постоянная учеба, обновление знаний, особенно в наше время. Будьте счастливы, добрый путь! Две специальности ждут вас. Конечно, на первых порах, чтобы вы обрели уверенность при общении с пациентами, это врач общей практики, и вы ни от чего не должны отказываться. Ваши мечты стать очень филигранным каким-нибудь специалистом, это будет через 10-15 лет. А сейчас вы должны работать там, где вы нужнее всего. И, дорогие родители, вы забудьте, что это дети ваши принадлежат уже теперь вам. Выпускник медицинского вуза – это общегосударственное достояние. Дорогие коллеги, как приятно говорить коллеге, наконец-то без всяких скидок и оговорок. Действительно, дорогие коллеги, сегодня, как говорил вступительным словом ректора, у вас один из самых памятных дней, действительно самый памятный день, к которому вы стремились столько лет, и это, в общем, день вашей личной персональной победы, день победы, с чем я вас и поздравляю. Чтобы как можно скорее созрел ваш талант, и чтобы, глядя на вас, сказали, какой талантливый доктор и какой он профессионал. Дорогие выпускники, я бы сказал, дорогие коллеги, ну, сегодня такой важный торжественный день. Я хочу вас поздравить ваших родителей, близких, родных, друзей, супругов и супруг с этим очень важным, будьте счастливы. Вспоминайте наш университет, где вы
и мне находились. Но вы еще не закончите, вы скоро, многие из вас придут нам снова, но уже на кафедре по постдипломному образованию. Но вот здесь все по-новому начнется. Успехов вам в жизни и счастья. Уважаемый Сергей Федорович. Учетный доктор. Да, кстати. Уважаемые коллеги, друзья, товарищи. Вы знаете, коллеги, я уже с этого момента считаю вас своим коллегой. Да, в жизни хирурга всякое бывает. И чаще всего бывают победы. Поражение бывает редко. Но если есть поражение, ты учишься, чтобы дальше побеждать. Я очень хочу, чтобы вы по жизни были победителями. Дай Бог вам здоровья, счастья и победы. Всех благ вам. Спасибо. Давайте поаплодируем друг другу. И о чудо, вот та пуповина, которая связывает нас с вами, она не порвется никогда, если вы сами никогда не перережете. Именно по ней вы будете получать самое лучшее, что было в университете. Мудрость наших учителей, ласку ваших преподавателей и тем, кто заслужил. Последипломное образование, возможность всегда позвонить, прийти, написать, и вам точно помогут. Это наш с вами университет. Лечите и летите. С Богом. Искренне
От всего сердца я желаю вам счастья, благополучия и счастливого пути. Никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии. Хранить благодарность и уважение к своим учителям. Быть требовательным и справедливым к своим ученикам. Способствовать их профессиональному росту. И самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете. Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины. Клянусь! 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 Медаль выпускника первого медицинского университета надо
не только все стать на отлично, но еще иметь достижения по науке, иметь достижения в общественной жизни, ни разу не переставать их за это. Вот это трудно себе представить, но у нас есть такие выпускники, и сейчас я вручу медали этим нашим лучшим из лучших и грамоты. А кроме всего прочего, мы поблагодарим их родителей. Поэтому первый на сцену приглашается Кулик Владислав Витальевич. Спасибо вам, товарищи. На сцену приглашается Филатова Алина Геннадьевна. Мне сказали, в зале присутствуют родители Ольга Николаевна и Александр Николаевич. Гуляева Татьяна Валерьевна. Я прошу тоже пригласить. Здесь присутствуют родители Елена Владимировна и папа Валерий Александрович.
в связи с освоением программы специалитета по специальности лечебное дело присвоить квалификацию врач-лечебник по специальности лечебное дело и выдать диплом специалиста с отличием. Активной жизни университета и поздравляю с окончанием вуза. Спорт, учет и помеха. Поздравляю. Здесь присутствующим и дипломникам с отличием, и те, которые получат их чуть позже. Такой мудростью, которой поделился когда-то с нами немецкий философ, богослов Карл Эдингер, который сказал: «Дай вам Бог спокойствие принять то, что вы не в силах изменить. Дай вам Бог мужество изменить то, что вы изменить сможете. И самое главное, дай вам мудрости, чтобы вы могли отличить одно от другого». Морозскому Сергею Вячеславовичу. По специальности 310502 педиатрия присвоить квалификацию врач-педиатр по специальности педиатрия и выдать диплом специалиста с отличием следующим выпускникам педиатрического факультета. Учиться у нас, ну, я это чувствую, вижу и знаю, как никто другой, тяжелее, чем россияне. И поэтому вот их успехи я как-то воспринимаю, ну, очень близко к сердцу. Сегодня мы получаем диплом высшего образования одного из лучших вузов России. Университет стал для нас родным и любимым, которому говорим огромное спасибо, что всегда были с нами, но нам было трудно, но вместе мы справились. Альма-Мата, спасибо! Эту память мы принесем через года! Спасибо! Во время исполнения гимна Российской Федерации прошу всех встать. Гимн для нас исполнит военный оркестр военно-медицинской академии под руководством майора